Предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки. Приморье готово участвовать в создании такого центра во Владивостоке с учетом возможностей Дальневосточного федерального университета. Дальневосточный федеральный университет с воодушевлением относится к идее создания на своей базе федерального тренировочного центра для подготовки национальных сборных, национальных команд. Мы ежегодно принимаем у себя десятки и сотни мероприятий различного уровня. У нас постоянно тренируются не только спортсмены нашего университета, но также и краевые федерации, и городские федерации. И мы с радостью понимаем, что модернизация инфраструктуры нашего университета, спортивной инфраструктуры, она позитивно скажется как на подготовке национальных сборных, так и на подготовке наших спортсменов.